бороться с хамами, используя хамство, значит, но это неправильно, это явно. Это во-первых. Во-вторых, если они хотят навести порядок, если они такие активные, не равнодушные граждане, то действовать надо не так. Нельзя трогать чужое имущество, что-то наклеивать, значит, вступать в конфликты, провоцировать конфликты, а это может закончиться дракой, может закончиться увечьем, убийством, неосторожным и так далее. Сделать это очень просто. Вы засняли на видео автомобиль, который, по вашему мнению, нарушает правила дорожного движения, написали заявление в полицию, приложили этот видео, видеофайл, и все, будет возбуждено административное производство по делу, водителя накажут. Уже так делается на всех порталах ГАИ, на всех региональных порталах ГАИ. Человек, активный человек, может выложить, послать видеофайл с записанным нарушением, написать заявление от своего имени о привлечении водителя к административной ответственности. Водителя привлекут к административной ответственности. Это вот наиболее эффективный, простой способ. Но если нужен самый пиар, то мы будем устраивать вот такие спектакли с беготней, вокруг машины по проезжей части, кстати говоря, что тоже явно не улучшает, да, дорожное движение. Значит, с совместными обвинениями словесными, с перепалкой, с драками и так далее. Поэтому я считаю, что такая общественная деятельность, она на грани нарушения закона сама по себе.